для меня растяжка – это одно из самых важных основных направлений в фитнесе. Все выполняется в плавном темпе, в темпе своего дыхания. Позволяет расслабить мозг, оставить заботы позади коврика. Каждый, кто приходит ко мне на тренировку, хочет чувствовать себя лучше, хочет чувствовать себя здоровым, окрыленным, свободным. На тренировке он это получает, получает качественное, хорошее растягивание, получает удовольствие. В конце хочется жить, хочется летать, хочется радоваться жизни. У стретчинга нет никаких противопоказаний, он подходит абсолютно для всех. Я понимаю, что трудно найти хорошего тренера, с которым вы будете говорить на одном языке и смотреть в одном направлении. Предлагаю позвонить или написать мне, чтобы получить бесплатную консультацию, в которой мы бы обсудили все ваши проблемы, обсудили вопросы, касающиеся вашего здоровья, вашего нового стиля жизни.